Доброго утра, друзья! Сегодня у нас четверг, на улице солнечно, тепло. Я налила себе кофе. Сейчас выпью чашку кофе, и мы с вами приступим к приготовлению замечательной рыбки. Рыбу сегодня будем готовить скумбрию, друзья. Сегодня четверг, рыбный день. Самое сложное, друзья, в приготовлении нашей рыбки – это освободить ее от внутренностей. Я думаю, что с таким рецептом справится любая хозяйка и порадует своих родных и близких. Итак, дорогие мои, приступаем! Приготовление нашей рыбки, друзья, вы уже видите, какая рыбка – это скумбрия. Мы будем ее фаршировать и запекать в духовке. А фаршировать будем нашу рыбку прекрасным составом овощным. Морковь, помидор, лук. И я добавляю, конечно, отступаю от традиционного рецепта. Добавляю гречку. Гречка у меня уже вареная. И, конечно же, соль. Вкусную соль вот такую. Я не для рекламы, просто она полностью. Это вкусная соль, она наполнена всевозможными специями. Итак, друзья, приступаем. Чистим рыбку, режем лучок, натираем морковку. Итак, дорогие мои, мы сейчас с вами берем нашу рыбку. Друзья, посмотрите, я вот беру рыбу. Мы разрезаем ее не где животик, а по спинке. Вот таким делаем, где вот у нее вот эти вот плавнички. Мы делаем надрез острым ножом. Посмотрите, вот мы с вами сделали надрез. И освобождаем нашу рыбку от кости. Посмотрите, я удаляю вот эту косточку. Ну, конечно, можно при помощи ножниц. Мы удаляем, отрезаем вот эту кость, основную, хребет. Разрезали. Смотрите, мы с вами освободили кость у нашей рыбки. И теперь мы разрезали по хребту, посмотрите. И теперь мы освобождаем рыбку от всех внутренностей. Это нужно тоже удалить все. Самую сложную работу, грязную, мы с вами выполнили, друзья. То есть разрезали рыбку по хребту, удалили хребет, удалили все внутренности, промокнули, промыли хорошо рыбку, промокнули бумажными полотенцем бумажным. Я хочу посоветовать вам, друзья, работать с этой рыбкой, когда она чуть-чуть приморожена еще. Потому что вот это удалить хребет, все внутренности, не будет столько, друзья, грязи, как говорится. Все отойдет легко, прекрасно. Сейчас мы с вами приступим к приготовлению начинки. Рыбка отдыхает. Лук у нас, друзья, уже на сковороде. Для начинки мы натираем морковь. Дорогие друзья, мы с вами натерли вот так морковь. Посмотрите, у нас получилась вот такая большая пачка. Лук, морковка у нас прихватились уже, посмотрите. До готовности доводить их не нужно. Мы с вами нарежем помидор. Я включила уже духовку при температуре 180 градусов. То есть духовка должна быть у нас уже готова. Рыбкой в духовке и отправляем сюда наш помидор. Также соединяем все, друзья, где-то минутку, две. Все прихватится, наша начинка. Начинка наша практически готова. Мы ее присаливаем буквально чуть-чуть. Вот этой прекрасной, замечательной, вкусной соли у меня я вот покупаю в Пятерочке, в Магните. То есть со всеми специями эта соль. Такую соль мы можем приготовить, конечно, сами. Я готовлю, но у меня сейчас закончилась
Итак, мы остужаем сейчас нашу начинку. Начинка должна остыть, друзья. У нас с вами сейчас уже остыло, друзья. Здесь у меня готовая гречка, отваренная, пакетик, ну, как вы видели выше. Застелила нашу доску я целлофаном. Начинаем фаршировать нашу рыбку. Фаршировать рыбку сейчас мы приступаем, друзья, а запекать будем вот в такой формочке, друзья. У меня как раз уместится здесь три рыбки. Духовка у меня уже нагревается при температуре 180 градусов. Итак, друзья, мы берем с вами нашу рыбку. Внутренности, еще если есть влажность, водичка, мы промокаем с вами салфеткой и начинаем начинять рыбку начинкой. Посмотрите. Две рыбки, друзья, я начиняю овощной начинкой, которую мы с вами приготовили. То есть для диетического питания вот эта рыбка будет замечательной. Уж о полезных качествах и свойствах этой рыбы я вам говорить не буду, повторяться. Вот, друзья, посмотрите. Вот так мы с вами начинили нашу рыбку. Вот она. Посмотрите, я покажу вам. Посмотрите. Можно, конечно, сейчас, друзья, ее кое-где прицепить зубочистками. Если у вас есть дома, можно, конечно, зубочистками кое-где скрепить. Сейчас я вам покажу. Вот таким образом. Посмотрите. Это делается быстро. Я вот так скрепила нашу рыбку зубочистками и сверху поливаю лимоном. А вот эти две рыбки я начинила начинкой овощной. И последнюю рыбку я начиняю гречкой. Посмотрите, друзья. Начиняю гречкой. Ну, давайте сверху еще ложечку овощей положим. У нас тем более начинка осталась. Начинка вкусная получилась. Вот так овощи наверх. Щедро, друзья, мы сбрызнули лимоном нашу рыбку. Рыбка, еще раз повторяю, любит лимон, любая рыбка. И наливаем водички. Полстакана в нашу форму. Отправляем в духовку. Духовка разогрета. Где-то минут на 40. Запекаться. Дорогие мои друзья, я вот предлагаю вам сейчас попробовать нашу рыбку, которую мы приготовили, скумбрию. Итак, друзья, конечно же, рыбка у нас немного остыла. И мы попробуем сейчас, как она получилась. Посмотрите, друзья, мы с вами рыбку разрезали. Вот она на разрез как выглядит. Очень нарядная. Можно сказать, рыбка по-царски получилась у нас. Великолепной начинкой. Посмотрите, давайте попробуем. Рыбка мягкая получилась, нежная. Рыбка в меру. Замечательная рыбка, друзья. Вот так она выглядит в разрезе. Я вам покажу. Фаршированная овощами. Скумбрия, фаршированная овощами. Смело можно назвать рыбка по-царски. Смело можно назвать, друзья, скумбрия по-царски. Мы сегодня приготовили с вами вот такую замечательную рыбку. 40 минут, и рыбка наша готова. Здесь вот у нас остался немножко с формочки жир. Вот этот мы можем полить, как вот так. Посмотрите, как соус.
У нас остались овощи для гарнира, то есть рыбка замечательная. Посмотрите, вкусная. Готовьте, друзья, угощайте своих родных и любимых. Приятного аппетита и до новых встреч на канале «Новые горизонты».